Всем привет! Сегодня рассмотрим кабель RJ11 75-омный на примере Финмарка. Вначале коротко поговорим о его плюсах и минусах, и потом самое интересное, я покажу вам, как правильно накрутить на него коннектор. Значит, к недостаткам, это мое личное мнение, я отношу то, что он очень тяжело гнется. Ну, учитывая его диаметр, это не удивительно. Ну и само собой он очень дорого стоит по сравнению с той же шестеркой. Положительные его характеристики для меня — это в первую очередь малое затухание, что позволяет строить там длинные магистральные сети с минимальным затуханием. Ну и устойчивость к воздействию окружающей среды, это снег, дождь, солнце, он прекрасно все переносит. Ну, теперь давайте бороться с недостатками. Я покажу вам сейчас, как правильно накрутить на него коннектор. Берем нож, отступаем от края 1,5-2 сантиметра и снимаем слой наружной изоляции. Изоляция здесь довольно-таки толстая. Теперь оплетку разворачиваем в разные стороны. Чем тщательнее вы расправите оплетку, тем легче потом будет накрутить сам коннектор. Кабель толстый. Внутри мы видим фольгу и изолятор. Отступаем от края наружной оплетки там 2-3 мм и снимаем фольгу вместе с этим изолятором. Делаем надрез. Вот мы разделали его. Здесь достаточно толстая средняя эта жила. Значит, сам коннектор. Состоит он из трех частей. Это игла, которая одевается на центральную жилу. И внутренний изолятор коннектора, самого коннектора. Значит, нам нужно одеть эту иглу так, чтобы она вплотную была к внутреннему изолятору. То есть у нас очень длинный конец получился. Обычно глубина этого пространства в игле там, ну, 4-5-6 мм. Можете иглой проверить, насколько вам нужно обрезать. Либо на глаз. Можно и так. Обрезаем лишнее. Одеваем иглу на центральную жилу. Все, вот она стала плотно на изолятор. И одеваем этот маленький внутренний изолятор сверху. Теперь берем саму F-ку. Накручиваем. Берем плоскогубцы. И крутим, пока белый внутренний изолятор не выйдет. Желательно не переусердствовать. Ну, вы увидите, когда сама игла выйдет, не нужно пережимать. Все, мы видим саму иглу,
Коннектор накручен. Вот так выглядит правильно накрученный коннектор. Сидит он очень плотно. Здесь потом можно заизолировать изолентой. В принципе, на этом накручивание закончено. Дальше вы можете усиливать сигнал, делить, ответвлять, вести его там к конечному абоненту. Сам штекер на нем готов. Ну, давайте подведем итоги. Не так страшен черт, как его малюют. Теперь я абсолютно уверен, что вы справитесь с разъемом RG11. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, удачи!